Это была всего лишь настройка. Здравствуйте, ребята.
не смотрят с экранов. Я смотрю за окно на свинцовое небо с распятым Христом. Наши грязные сны — это новый каркас современной любви. Индустриальный оргазм. Наши асфальт, пестрота толпы, зарево пожаров из темноты. Наши зубы гниют, пока растет ваш маразм. Нас молебен схватил индустриальный оргазм. Вольных людей, похоже на шляпки ржавых гвоздей. Разделённый на касты, правящий класс предвкушает свой индустриальный оргазм.
подарю тебе утро последнего дня. Я подарю вам утро последнего дня. Я подарю тебе утро последнего дня. Я подарю вам утро последнего дня. Я подарю тебе утро последнего дня. Я подарю тебе. Работы долг, стало быть, надо гореть.
критический труп. Ценой обещания в жизни. Вот мой новый костюм. Завтра опять на поля. Следующая вещь посвящается паре тройки яйцеголовых, которые наверняка затесались в этом зале. Склонная к изменениям, как и природа организмов вообще, должна быть видоизменена соответственно определенному идеалу. Хотя по законам природы человек в состоянии очень быстро размножаться. Идеал его благоденствия требует ограничения плодовитости. Мера эта неизбежная в ряде случаев уже и теперь еще шире распространится по мере новых успехов в борьбе за переход управления человеческой нравственностью в руки действительно компетентных лиц. Люблю свой мозг. Речь сторонника. Играем
немного попсовая вещь. Если хочешь, спай.
ангелы войны. Дети воспитаны, ангелы войны. Первый залп по стертым лицам, долгий сон под крышами большой. Мутный взгляд веселых кукол, склонных размножаться через каждый день. Thank you.
Я понял, все, кто в зале остался, тому группа «Промышленная архитектура» понравилась. Правильно я говорю? Спасибо вам за то, что вы пришли на наш концерт. Приходите завтра. Завтра будет группа из Москвы «Вежливый отказ». До свидания. Города Новосибирска. Если я сразу хотел убежать, то все только все, я убежал. Jesus!
Человеческая природа, склонная к изменениям, как и природа организмов вообще, должна быть видоизменена соответственно определенному идеалу. Хотя по законам природы человек в состоянии очень сильно размножаться. Идеал его благоденствия требует ограничения плодовитости. Мера эта неизбежная в ряде случаев уже и теперь еще шире распространится по мере новой борьбе за переход управления человеческой нравственностью в руки действительно компетентных лиц. Я так люблю свой мозг.